Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Гусанёк, ОЛТВ, Конёк и Тучка, Плеймаркет, фуфло какое-то, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, всем привет. Всем здорово. Кентасам ОТВ. Ребята, карта Undertale, 1000 лет мы на этой карте не записывали, я думаю, около 3 лет. Если спеть кушать, приятного аппетита, у нас режим прятки. Так, может здесь кто-то сидит? Я бы здесь вот точно бы заныкался, хорошая нычка. Учитывая, что у пацанов очень маленькие скины, и будет мне очень сложно. Так, слышу вот, запах собачатины. Гусанёк, это не Фанни. Ты тут? Это Фанни. Это Гусанёк. Ура. Так, копию найдут, это лох. Я испугался. Я же сказал, что запах говна, ой, собаки был. Ясно. Так это планктон. Знаешь еще, что тебя спалил? У тебя был физган зеленого цвета в руках. Я бы тебя не увидел, вода очень сильно сливает тебя. Это, конечно, очень умный ты человек. Мне нравится, что такие со мной люди записывают. Если вы хотите с нами записываться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где? В описании. Хорошо, наверное. В описании. И не забываем подписываться на канал. Скоро 2 миллиона. Давайте добьем. Так, а вот здесь может кто-то иный. О, я могу предметы чпонькать? Ой, да. Ты что? Это совпадение. Не-не-не, тут только шкафчик так почему-то. Так, вот тут бы я бы заныкался, но вы не заныкались. Тут чьи-то на очки, я видел. Это... Ага, я стулья могу ломать. О, блин, испугал меня! Блин, такого же самого испугался, как я. Я теперь понял, насколько я страшный. Так, слышу запах собачатины. А знаете, почему я еще думаю, что здесь кто-то заныкался? Это и точка. Потому что здесь была дверь открыта. Это потому что тебе запах говна нравится. А зачем ты так говоришь, запах говна мне нравится? Потому что ты всегда вот это людей по говну дотазываешь. Так откуда? Я виноват, что вы валяете говной. Я мыл для тоже. А ну где-то вы тут сидите. Я вообще-то лавандой пахну. Лавандой? Ты случайно не за балунбой играть? Хвоя лавандой. Опа, плеймаркет есть. Минус 2. Красавелла, брателла. Ну, блин. Так, я везде здесь был? Да, я тут везде был. Может, в будке кто-то? Нет, ну в будке, хотя нычка была бы классная. Фуфлик, как я понял, ты тут застроился, да? Если что, нас есть рассекретят, бежим. Я вас уже рассекретил, пацаны. Ладно, я признаюсь, мы с Аней сидим в бочке. Да не надо мне рассказывать, где вы сидите, я вас и так найду. Отвечаю на твой рот. Пойдем на покушал. Извини, извини, все, ищи. Ищи или как. Вот с этими людьми мне приходится записывать ролики. Я случайно, я не хотел. Да Дима вообще... Так хотел, че не хотел? Хотел, все. Ну так и говори. Так ищи. Вот, вот тут прям сильный запах. Опять? Ну потому что там, видно, вы хотели ныкаться и оставили этот запах. А тут вы уже ныкаете. Да ну блин! Ну ЛТВ, ну этот, ну Конёк, ну оставь мне пару чили-пиздриков. Как же только что я близко слышал крик. Меня испугал. А чё такой глазастый, а? Да блин, ну блин. Говнистый, да, Тима? Да ну не имеет права так быстро убивать людей. Саня, нас так спалит, короче. Да не спалю я вас. Я... Что? Подожди, это что, какой-то баг? Да, мы тебя зажжем. А это ветки торчат. Саня! Нормально, это если что, сломаем, побежим. Жаль, так, я ж могу тпхаться. Жаль, что я не убегу. У меня не будет шанса вообще никакого. Привет, Конёк. Тут только верная смерть у меня в углу. Саня, ты видел? Я... Да! А-а-а! Ну, Дима! А сколько еще осталось людей? Кто жив? А блин, Гусанёк где-то сейчас тут на улице выберешь, ждите его. Гусанелена. Ой, Санела. А, блин. Есть. Блин, а вы классно заныкались. Я, кстати, сразу не увидел. Вы в костре сидели, это очень прикольно. Так, подожди, Гусанёк, походу, уже выбежал. Вроде и карта маленькая, а если так начинаешь ходить по помещениям, тут куча всего разбросано. Ай, Тучка, тебя убили или нет? Да я, мне там... Да он случайно умерся. Ну, Дима, видишь, по балконам прыгает. Пацаны. Сюда. Пацаны, класс. Есть! Класс. Я хотел сказать, что он в воде, а где он был? Я видел, ты на спам побежал, я думал, куда ты пропал, решил спрыгнуть и вижу тебя. Нечестно.
А что они сейчас? Еще скажи, что мы все против тебя были. Так, ладно, пацаны, кто у нас победитель получается? Пингвинус. Пингвинус, давай, мы тебя должны найти. У тебя есть 2 минуты, пацаны. А я знаю, где он, Где? Да, обожди. А где, кстати, я понял, я видел, тут что-то зацементированное было. Я нашел. Мочи его, пожалуйста, убей. Второй этаж, там есть место. Ну так ты его не просто найди, убей его. Да-да-да. Так вы его не убили или нет? Все, пингвинус, 2 секунды не хватило, серьезно. А где он был? Да, конечно. Офигенная нычка. Тут потайная лестница. Молодец. Вот реально респект тебе за то, что ты так хорошо ныкаешься. Раунд номер 2. Пингвинус у нас победитель, поэтому начинает второй раунд. Я заныкался на очень классной нычке, покажу вам ее, если меня найдут. Но если не найдут, все равно вам покажу. Пингвинус, попробуй, как оно, легко или сложно искать, потому что когда вроде... Ныкаешься, кажется, блин, у меня найдут. А когда начинаешь искать, кажется, где все находятся, никого нету. Ой. Так, я прям слышу, где-то вонючая собака сидит. Опять? Ну блин, ну пацаны, ну если вы не купаны. Не купленные? Да, Вижу. Вижу шкафчик. Ух ты. Помогите, ну да. Застрял. Ну все, ты можешь. Еще? А ты можешь телепортироваться. R английскую нажми. Мне кажется, я быстрее нашел, чем он. Человека первого. Да. Неправда. Давай, пингвинус. Ой, пингвинус, покажи вещи. Да это случайно вырвалось не то слово. Понятно. Давайте я Диму первым буду искать. Давай. Так ты сначала найди хоть кого-то. Ты понимаешь, что первый раунд это был пробный. А теперь пацаны заныкались настолько сильно и мощно. Что я даже летаю, никого найти не могу. Хотя, мне кажется, надо кого-то найти. Так, вот смотрите, сейчас я найду по-любому кого-то. Вот в этом доме. Шкерец, человек. Опа. Я угадал. Конек! ОЛТВ! ОЛТВ, тебе нормально сидеть здесь на балке вверху в сарае? Ты офигел! Да я случайно сказал, а чё ты упал, а зачем ты убежал? Спасибо, Дим. Том, я тебя не нашел никогда в жизни, тем более это не сарай. Спасибо, Дим. Да ну ё-моё, то он не слышал. Да, не слышал. Он говорит, что не слышал, да? Да ты офигел, Дим. Да я никого не обижаю, вроде бы. Не обижаюсь, мою нычку спалил. Да я, блин, ничего такого не... Пацаны, как вы думаете, я уже нычку воспалил? Да. Да. Не, вы мне кажется, вы врете. Это ты офигел. Я не офигел. Ой, я слышу. Ой, что это кто-то ломает? А, 2 аниматроника-психа, давай. Крыши и ломай. А в воде кто сидит у нас тут? Давайте посмотрим. Я никого не палю. Я тебе не верю. Да, никого нету в воде. Я скатывался в мячку. Сейчас специально пойду и проверю. Ну и зря будешь тратить время, никого нету. Не, Дима серьезно говорит, никого нет. Не, ну если кто-то был, я бы наоборот бы по приколу бы сказал, что там кто-то сидит. Так, ну давайте здесь поищем, смотрите, вот сейчас я даже найду. О! А нет, показалось. А здесь? Мама! Нет, нет! И тучка, да. Ну что ты так хорошо себе, молодец! А как вы меня нашли? Как вы туда забрались? Я туда на полете залетел. А вы как нашли? Ну, Air английский, у них есть телепортироваться. Ну, блин. Ой, отсюда кто-то шкаф заспамнил. Вижу! Плеймаркет! А тебе нормально здесь за шкафами сидеть в комнате? Да, ты как у Тима. Там, где кровать есть. Так, а тут непонятно, где это. А, это на втором этаже. Первая дверь справа. Не, Дим, я в следующий раз тоже спалю. Аниматроники, я вас жду, я вам покажу, где он. Это так опасно. Ну, аниматроники, ну он тут. Заходите в дом большой. Не надо, пожалуйста. Аниматроники, я вас жду, идите ко мне, пожалуйста. А, все, убежал. Уф, лох какой-то слился. Лох. Да ну конечно, я за коробками прятался. Так, я вижу, побежал, чилипиздрик. Забежал в здание. Так, а где он тут заныкается в здании, интересно?
Дима, он в костер залезет. Найдите Диму. А я не знаю, где плеймарк, я знаю, где он. А где? Да вот как раз таки там, где ты назвал, он рядом со мной ныкался. Так, ну где-то он же тут. Не, может, он не забежал сюда? Да, он, скорее всего, сюда побежал. Сейчас его убьют. Я прям чувствую, как аниматроники уже приближаются, да. Да, убил. Есть! А, я сказал, плеймаркет, все, слился. И птучка, молодец. Да ты опять меня обзываешь, Димас Да робот. И птучка, ой, тучка, и кручка. Вот и... робот. Фу, блин, Димас робот сраный. А Димас робот, ребята, это в GTA 5 мой никнейм, я так придумал, что все заняты были. ЛТБ, у тебя 5000 хп. А, не убиваешь, что ли? Вы его все равно можете убить. Да, кстати, мы проверяли с гусаньком, получается 5000 и 1 хп выносит. Я убежал от Фуфлика. Вот это здесь аниматроников бегает, это жесть. Ютуба так сейчас близко было. Так, давайте перекличку, кто еще живой? Я. Я. Так, 4... А, все, трое. О, пацаны, здесь ныкается человек, как и в тот раз, в чердаке. Быстрее, пока не убежал. Вот, давай наверх. Он убежал. А, я вижу, глобус летаешь. Да ладно, я пошутил. Этого никого не было. Меня просто... Убили кого-то? Еее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 ee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 
отвалил. Я вообще А ты там реально был? Он, да, конечно, в конце, короче, был. Я не видел тебя, просто от фонаря, чтобы аниматроника тянуть время, чтобы он просто пришел. Где ты тут был? Дима оправдывается, отвечает. Увидишь на монтаже, и не буду специально вырезать, и увидите все, что я вру, не вру. Ты меня на дядя спалил. Да не, я серьезно не видел его, я от фонаря сказал. Ну видите, сюда на раз дебильная шутка, самая правдивая. Особенно, когда я шучу про ЛТВ. Ты офигел? Да ладно, ладно, не обижайся. Я тебя лично убью. Ты сначала... Да. Один. Короче, Дима конченый певец и не лучший игрок Гаррис Моди. А вот так, да? Он сам так говорил в каком-то ролике, я помню. Это правда. Так, что, остался Гусунёк и я? Да. Глобус. Ну что, Глобус... Ой, Гусунёк... Гусанела! Кто ж выиграет, ты или я? Я. Не выиграешь. Жопа бугая. Твоя? Твоя, значит, Дим. Хотите, я подскажу, где Гусанёк? Только этот, вы меня не убьете. Давай. Ок. Гусанёк находится в доме, на первом этаже, в углу сидит за предметом. Да. Вот это подсказка, спасибо. Да не, если честно, я не знаю, где он. Блин. Убили? Где он? Где он, пацаны? Ну я хочу посмотреть, как его убивают. Бежать. Так, давайте посмотрим, где-то ж он тут бежит. Вижу, вот толпа бежит за кем-то. Вот гус... Блин. Да ну нет! Да нет, он там в МНЕ! Я отомстил за тебя. Да ну пожалуйста, как ты меня увидел? Я же хорошо заныкался. Ты понимаешь, я просто хотел вначале на елку скрадаться. Чё-то думаю дерево прочекать. Чекаю эту елку новогоднюю, и ты там. Ну блин, ну пацаны, ну я не хочу гусанька убивать. Ну всё, не будешь. Ну гусанёк, ну пожалуйста, ну ты же не должен был выиграть. Я должен был... Почему я в прятках не могу выиграть, когда играет с нами гусанёк? Потому что ты меня спалил. Так я вообще не палил тебя, потому что я не видел тебя. Как я мог это сделать? Да, а кто за глобус? Реально, кто летал? Ой, понятно. Это он этот уже разбомбился, он уже все... Если честно, мне обидно. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.